Друзья, всем привет из солнечного Дубая, на связи Тим Димыч и мой серебристый Паджеро. Сегодня по ссылочке с AliExpress хочу вам показать, потому что серии про мой Паджеро по ссылочке с AliExpress вам, судя по просмотрам, заходят. Сегодня я буду усовершенствовать фары головного света и противотуманки. Буду попросту менять лампочки. Это противотуманки у меня пойдет LED лампы компании Osram, вы видите, новые. А фары головного света тоже Osram будет, но это будет ксенон. Такой же ксенон, как стоит здесь, просто более качественный лав. У кого есть Паджеро, наверняка знают, что довольно частая причина выгорания отражателей фара головного света. Но, наверное, на данный момент это не моя проблема, потому что за 32 тысячи километров Паджеро, я сомневаюсь, что что-то успел выгореть. И простой замены лампочек мне будет достаточно. Тем более, что в Дубае все дороги освещаются 24/7, и это солнечный город. Обычного света для Паджеро здесь вполне достаточно. Но хочется чуть-чуть приобрести немножко новенького в свою машину, как обычно. Вот, как все говорят, это последний тюнинг, и все. Вот это точно последний. Так что давайте посмотрим, как это я сделаю, и что из этого получится. Погнали смотреть тесты. Я нашел достаточно темный участок в Дубае до забора метров 50-60 на вскидку, чтобы вы оценили уровень освещенности стандартных ксенон фар на моем Паджеро 4. Вот, вы видите уровень светодиодной границы и, в принципе, все освещено. Сделал специально для вас личную фотографию, зацените. А теперь мы едем по городу вокруг моего дома. Это не хайвей, это обычный район в Дубае. Он по уровню освещенности, скажем так, средний. Я переключаюсь на дальний свет фар. Здесь я случайно наслепил человека, который неожиданно на меня выехал. Если смотришь это видео, брат, прости, так нужно было. И сейчас доедем с вами до точки, на которой тоже плохо освещается. Это пустырь очередной. По левую сторону у нас стройка, так что лишний свет нам не мешает. И вы можете опять же оценить, как светят стандартные фары. На этом видео я уже вставил лампы ксенонного света в ближний свет Паджеро. Навскидку они более белый свет дают, и невооруженным взглядом видно уже, как насколько лучше они освещают дорогу. Здесь я уже переместился в салон, включаю-выключаю фары, чтобы вы увидели разницу, чтобы камера поймала фокус, и чтобы тест был более объективным. Начинаю движение, чтобы вы оценили, как это есть движение. Навскидку процентов на 15, наверное, лучше стал ярче свет. Но фары, я заметил, что не сфокусированы были, то есть они вправо-влево, вверх-вниз немножко были поставлены в разнобой. В дальнейшем я, конечно же, хочу их отрегулировать немножко, но тем не менее. Светодиодная граница у нас четкая, они друг сильно друга стоят одинаково, и для теста нам это подходит. Вот, еду. Сейчас сделаем кружок и вернемся на исходную позицию, к тому забору, где видно уровень освещенности полноценный. По кустам видно, насколько ярче стал свет. Кстати, по ходу движения можете заценить, как работает проекция на лобовом стекле, которую я установлял в прошлом видео. Если не видели, обязательно вернитесь на мой канал, посмотрите. Очень толковая штуковина, советую к приобретению всем. В нее адаптивная яркость. Возможно, сейчас она на камере не четкая, но поверьте, в жизни она выглядит очень четко, потому что просто камера снимает дорогу, сфокусирована на дороге, поэтому она в расфокусе находится. Вот я паркуюсь на изначальную позицию до забора метров 50-60 и сделаю для вас пару тестовых фотографий. Вы увидите фото до и после. Сейчас это вот новые ксеноновые фары компании Osram. И две фотографии бок о бок. Слева у нас Osram новый, справа у нас старый ксенон Паджеро 4. И вот на этом видео, друзья, я уже вставил лампы, диодные лампы в ПТФ,
Это сейчас только работают противотуманные фары. На видео это видно. На взгляд они, наверное, раза в 2-3 ярче, чем мой Xenon. Я купил не самые дешевые LED-овские лампы. Все-таки это Osram. Вот, но пучок, так сказать, света светит не так четко, как хотелось бы, потому что фара не линзованная, и отражатель с таким потоком света не справляется. Я... Вот, по городу нужно использовать это аккуратно. Здесь я добавляю ближний свет фары, чтобы вы увидели разницу. И поочередно выключаю, включая ПТФ. Ближний свет фар. Плюс ПТФ. Ближний свет фар. И ПТФ. Надеюсь, разницу вы увидите. И видео без обработки, без всяких там эффектов, улучшалок и так далее, все как есть.